Ну, вот есть идея создавать конгресс народов Сирии, с тем, чтобы в нем приняли участие все этнические, религиозные группы, и правительство, и оппозиция. Если это удастся сделать, тоже при поддержке и стран-гарантов, и даже вне региональных крупных держав, и Саудовской Аравии, и Соединенных Штатов, и Египта того же, значит, это было бы еще следующим дополнительным, но очень важным шагом уже к политическому регулированию, а затем к разработке, может быть, новой конституции. Но об этом пока рано говорить. Ну вот примерно такой план.